уже стоят и ждут. Услышали то, что я пришел. Услышали все. Миран, когда наступает на них. Смотри, Миран, аккуратней ходи. Смотрите, у нас тут топится печечка. Гудит. Только вот растопил. Сегодня тепло на улице. Но все. Температуру надо поддерживать у щенков, чтобы им было тепло. Вон, видите, как я сделал. Убрал там перегородки. Где-то они тут стоят. Вот они, перегородочки наши стоят. Теперь они будут бегать по всему помещению тому. Там у нас как парилка где-то, тут сама баня. Вот, теперь я сделаю так, тоже стружку постелил. Пускай там бегают, а там они все равно уже привыкли, они там спят, потому что там теплее. Там пеноплекс, потом доски еще, и сверху еще стружка наша. Вот, а тут просто стружку насыпал вокруг бетона, сверху точнее. И все. Пускай они тут бегают, играют, может, в туалет сходят. Мираша вся исхудала, хотя кормлю ее, как не знаю кого. Но все равно, видимо, они сосут ее. Энергию всю высасывает. Такая грустная собака. Миран, сидеть! Слушается меня собака. Вот я им приготовил индейку с морковкой. Он принес еще мисочки их. Сейчас накладу им. И они будут кушать у нас. Думаю, тут их покормлю, чтобы то там стружка, чтобы она не мешалась. Поедят и обратно их туда, в их помещение. Ну, они уже там рычат, воют, лают. Будем их кормить. Так, вот наши мисочки, поставил тут их. Сейчас будем, они слышат меня и сразу начинают там выть, лаять. Ждут уже. Сейчас будем выпускать банду щенков сюда. Будут кушать они. Так. Банда. Кушать всем. Кушать подано. О, один нашел. Да вот, смотри. Это сюда. Не толпитесь, вот еще. О. Место, Мирана. Ты-то что вышла? Место, Мира. Мира тоже выбежала. Кажи, мне тоже можешь поесть, что останется. Ну и что творят? Что творят? О! Банда карапузов называется. Видите, все раскидывают. Сейчас они хоть подберут чистенько все. Съедят все, я думаю. Банда карапузов. Напала на еду. Кушай. Ты же там синюха, ты там еще ничего не доел. Давай ешь. Красный опять рычит. Сука, нельзя. Нельзя так делать. Во. Манда маленьких карапузиков. Ну, синенький там один ест. Поэтому столпились, а все едят, все хотят есть. Все на одну напали, один синий нормально там ест, а эти все что-то. Маленькие жопики. Ну-ка, хватит рычать. Краснюха. Красный, еще он здоровый пацан. Здоровый пацан. Все уже съели. Все, будем миски убирать. И будем там на место загонять. Все, уже вообще пустые миски. Тут у меня провода тут, чтобы они ничего не нарушили. На место поживем. Отдать сюда.
Она три прибежала. Сейчас они будут обегать все. Все будут обегать, Мираж. Они где-то обегают вообще. Там все провода мне сгрызут. Дайте, дайте сюда. Стружка тащится туда. Дай сюда. Миран, что они такие не послушают? Позови их. Не идут. Дай сюда. Сейчас придется их так загонять. А, сейчас камеру выключу сюда, их перетащу всех. О, кто-то идет. Наконец-то. Айда сюда. Айда. Девчонка. Розовая девчонка пришла сюда. Розовая девчоночка пришла к нам. О, кто это у нас? Синий пацан вроде. Синий. Да, синий пацан. Синий пацан пришел к нам. Розовочка обратно прибежала. Прибежала. Хороший, хороший. Сейчас я тех принесу. То они там уже что-то у меня громят. Фу, кое-как их сюда. Загнал, чтобы они прибежали сюда. Миран, ну что лезет? Миран, ну ты что, тоже щенок, что ли? Ну ты была раньше такой же маленькая. Такой же маленькая была, как они. Видите, она лезет мне. Ко мне лезет. Иди на место. Место иди. Щенки со мной хотят пообщаться. Я их кормлю. И я им тоже как вторая мама. Фу, устал за ними бегать. По всему помещению бегают. Прикольные. Да, сейчас им больше будет места тут. Вот. Разгуляться тут. А ты что? Я говорю, иди на место. Иди на место. Все, иди туда. Можно с ними поиграть тут хорошо. Так, хоп. Завали так. Они же веселые. Веселые маленькие ребята. Карапузики такие. Да? Карапузики? Все ко мне лезут. Все надо ко мне. Я их гладил, ласкал. Я сейчас весь буду опять тоже в стружке. Да? В стружечке буду весь я. Все, карман залез. Карман кусает мой. Да, синий? Карман кусает. Скоро с ними поедем на прививку, уже 19 числа. Кроме синего, получается. Потому что синего маленько попозже, там он на самолете полетит, поэтому надо позже будет ставить ему прививочку. А остальным всем поим 19 числа. Первая прививка будет у них. Да? Первая прививочка очень гомбольная. Все за мной бегают. А мы теперь весь в стружке. Весь в стружке. Намера. Весь в стружке теперь я. Это все за мной бегают. Главное не за Мираной, а за мной. А Мирана за мной тоже бегает. К ноге. Тело. Молодец. Лежать. Мешают тебе. Молодец. Сидеть. Стоять. Хорошо. Сидеть. Голос. Молодец. Голос. 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 Умница. Хорошо. Гуляй. Побежала сразу. Иди играй, иди играй. Играй с щенками. Играй. А тут лазер. Она с лазером. Я говорю, играй, значит с лазером. Вот с мячиком он играет. Будешь мячик? Руки тоже. И. Худая, худущая собака стала. Видите, как же ребра видно у собаки. Такого не было у Мирана еще. А давай сюда, Миран. Давай. Молодец. Тут с тобой даже можно сейчас поиграть. А то на улице очень холодно. Миран, сидеть. Молодец. Голос. Нет, села. Голос. Голос.
Молодец. Апорт. Давай мне. Хорошо. Лежать. Стоять. Сидеть. Голос. Апорт. Да, щенки потом это. Щенки будут, когда хозяева будет. Все Мирана рычит, мячик что отбирает у нее. Когда щенки будут, они уже Мирана потом откормятся. Она сейчас ее сосут, вытягивают всю энергию из нее. Дай мне. Дай мячик. Давай. Молодец. Апорт. А давай. Миран, давай мячик. Нет, дай мячик. Давай, давай. Че не знаю. Молодец, все, хватит. Ладно, это видео подходит к концу. Обязательно подписываемся на канал. Ставим большие пальцы вверх. Видео выходит каждый день. Так что обязательно ставим колокольчик, чтобы вам приходили уведомления, чтобы вы не пропустили. Не пропускали видео. Видите, как тянет. И также подписывайтесь на мой второй канал Лев Лайф, там я снимаю охоту, рыбалку, металлоков, влоги. В общем, все самое интересное для вас. Так что обязательно перейдите, ссылочка будет в описании. Канал называется Лев Лайф. Ну а с вами были Денисыч, Мирана и наши щеночки. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.